Всего 2 года назад на пустыре был заложен первый символический камень нового здания. И вот сегодня в торжественной обстановке открывается новый, 60-й по счету, современный филиал Оренбургского отделения Сбербанка России. Проект переформатирования офисов стартовал 3 года назад. И в этом году жители области и клиенты банка получат еще 16 удобных, соответствующих мировым стандартам обслуживания офисов. У нас на сегодняшний день, кроме базовых форматов, где обслуживаются только физические лица, предусмотрены также расширенные форматы, где обслуживаются и юридические лица, а также небольшие мини-офисы, которые у нас открываются в торговых центрах, где клиенты могут самостоятельно с помощью наших универсальных устройств, систем, банкоматов, терминалов, как самостоятельно, так и с помощью консультантов получить достаточно большое количество банковских услуг. В новом отделении Сбербанка можно получить стандартный спектр банковских услуг, включая круглосуточную зону самообслуживания и интернет-киоск. Универсальность операционных окон дает возможность проводить в одном месте сразу несколько операций, что значительно ускоряет процесс приема клиентов. Раньше были сложности? Очереди, может быть, были? Было, да, были очереди, конечно. Сейчас вот очередей таких нету. Уже вот, по кассе можно подойти спокойно и к терминалу. Нормально. Как было раньше, как сейчас? Есть разница? Ну, конечно, раньше были очереди большая, сейчас окошек больше, народ как бы поменьше, что ли, как успевают они. Удобно? Удобно, да, удобно. Учитывая специфику Соль-Илецкого края, открытие здесь нового отделения Сбербанка более чем своевременно. Нам очень приятно, что вот за такой короткий срок было быстро построено новое здание. И мы надеемся, что, конечно, обслуживание нашего населения, оно улучшится, потому что это уже современный, это совсем другой уровень. Поэтому мы это приветствуем и рады присутствовать на сегодняшнем открытии. И это только начало плодотворного сотрудничества финансового учреждения с местной властью. Я рад, что это очередной объект, что на этом работа не останавливается, а только-только начинается. Мы обсуждали еще ряд проектов расширения ваших услуг, в том числе, в особенно в летний период, когда мы действительно нуждаемся и во многом нуждаются наши гости в качественных и быстрых и разного плана услугах. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня.